Основной целью изменений в документ планирования является это максимальное использование существующей транспортной инфраструктуры трамвая, а также развитие троллейбусных перевозок. В ближайшее время город будет приобретать 56 троллейбусов с автономным ходом. Это современный подвижной состав. Это удалось благодаря помощи областной администрации. Нас услышали в федеральном центре и оказали нам поддержку. Вот, мы имеем теперь возможность приобрести 56 троллейбусов с автономным ходом, которые будут использоваться на городских маршрутах. В связи с этим предусмотрены определенные изменения в схеме общественного транспорта города Волгограда. Во-первых, с 1 января троллейбус вернется на поселок Нижний Тракторный. Далее мы планируем к 1 мая откроется троллейбусный маршрут, который свяжет поселок ГЭС с площадью Куйбышева, район Тулака. Вот. И два новых маршрута, это троллейбус с автономным ходом, позволит нам пустить троллейбусное движение в Дзержинском районе, район Жилгородка. Два маршрута, один Жилгородка пойдет также на поселок Куйбышев, площадь Куйбышева, район Тулака, и второй до Спартановка-Грамши. Соответственно, в связи с этим претерпели изменения некоторые автобусные маршруты. Здравствуйте, Сергей Леонидович. Скажите, пожалуйста, в связи с чем вообще появилась необходимость изменить маршруты 35, 55, 95? И учитывалось ли мнение горожан? Ну, смотрите, это связано с тем, что, приобретая новый подвижной состав электротранспорта, я уж не трогаю экологическую составляющую, да, у нас практически 80% подвижного состава большого класса работает на компримированном природном газе, что, в принципе, тоже достаточно высокий экологический класс. При этом современные троллейбусы, которые мы собираемся приобретать, это и плавность хода, и пониженный шум. Соответственно, ну, давайте смотреть правде в глаза. Дублирование и нездоровая конкуренция по одному и тому же маршруту в тех же границах, по той же схеме троллейбуса и автобуса, она просто нецелесообразна. Про мнение горожан еще хотелось бы узнать. Про мнение горожан? Ну, смотрите, мы осуществляли опрос жителей. Наверное, я не буду кривить душой, про конкретно вот 95-й маршрут нет. Мы не спрашивали изменения его. Вот. Мы проводили, в принципе, опрос жителей, мы определяли адресные корреспонденции, то есть какие районы города привязаны к каким местам трудоустройства, досуговым центрам. И вот это ложилось в основу тех изменений, которые мы, причем с учетом математического моделирования, привлекали специалистов, не только наше мнение, мы проводили математическое моделирование, корректировали именно с точки зрения наших специалистов, которые живут здесь, в городе. Вот, вот это было основой. Да.